но все-таки я не застал играющего просто, но увидеть, поэтому узнаю, что он великолепный футболист, очень нестандартный, который ответил в свое время, поэтому для меня он больше все-таки будет ассоциироваться как тренер Барселоны, который ввел абсолютно, может быть, не абсолютно, но новое направление в его развитии, и по пути которого идет весь уже современный футбол, и те традиции, которые заложены в Барселоне, они активно поддерживаются всеми последователями, поэтому человек, скажем так, который задал направление развития футбола, естественно, всегда будет оставаться в памяти как гениальный